Да, давайте, пожалуйста. Очень хорошо. Олег, Саша, сюда. Что, дальше? Всех сюда, короче, сразу. И ты выбирай. Будешь выбирать мороженое? Пойдем. Вот, смотри, такое пить. На выбор. Вот это? Вот это? Скажи дяде спасибо. С днем рождения! Джон, если не сложно, насколько я знаю, вы впервые в Тверской области исполнили гимн своей программной, да? Написанный вашим продюсером. Вот можете хотя бы отрывочек спеть? Да-да-да. Мы немножко мучаемся, потому что я очень люблю петь. И мы сталкиваемся всегда с какими-то авторскими правами и так далее, которые очень дорого стоят. То есть мы хотим маленький-маленький кусочек просто, ну, поперчить нашу передачу. И мы, короче, выдаем очень много денег каждом выпуске, чтобы это было. Мы решили делать свою собственную песню, которую делал автор этой песни, и лирику, и мелодию. Это наш продюсер, который здесь входит, Саша. И слова замечательные. Рюкзак на плече, самолет, пароход. Снова меня вдаль дорога зовет, в жаркой пустыне, в холодной тайге. Где был ваш Джон? Да почти что везде.